Выполняй реферальную программу по моей ссылке и прими участие в розыгрыше с общим призовым фондом от 150 тысяч рублей. Для этого нужно создать новый аккаунт в кораблях, зарегистрироваться в реферальной программе по моей ссылке в описании, прокачать корабль 6 уровня и сыграть на нем один случайный бой. И уже после 9 июня состоится розыгрыш, в котором ты сможешь принять участие. Все полезные ссылки находятся в описании под видео. Так, дальше пойдем в следующую компанию. Смотрите. Следующий у нас это страдание. Заблокировать я бы отдельно вывел это на отдельный стрим. В плане, ну, начал бы со страданий сразу. Так что это гол пробить 75 раз. Или 90 раз пробить. Я понял. Ну, здесь без шансов, да, я очень сильно агрессивно сыграл. Так и ладно, я думаю, так пробить и сделаю. Пойдем на чем-нибудь другом. Да, не, кстати, этот хороший момент по поводу мафии был вчера, что меня в первой и третьей катке меня просто мафия выкидывала сразу. И я только потом понял, я ночью что-то такое задумался, что первая катка меня выкидывают, я сам себя лечу, потом меня добивают. Когда я вскрылся, типа, за доктора. Ну, там без разницы. Меня так выкидывали. Хотя вскрываться в итоге, я думаю, не надо было, чтобы думали, неизвестно, кто доктор. Но шанс на то, что я там выживу, вообще никакой не был. Третья катка. Я за мирных, меня сразу выкидывают. Меня Бладик хилит. Ну, это вообще бред полный. Кто меня подсветил? У меня ПТ-шка, здесь где-то ПТ-шка, да? А, вот она. Блин, надо еще, кстати, с этим. Ну, 11 нормально, 11 нормально. Я думаю, те 4 оставлю. Это получается 15, надо просто будет этот. В каждой катке добивать и все. Сейчас плюс 2 там. Знаешь, что ты из Астрахани бывал ли в Ростове когда-нибудь? Да, я один раз был проездом. Ну, как проездом, я приезжал на турнир, это был... То ли 2015 год, где-то 2014. Был турнир CityLink, время танков, или как он назывался. И я приезжал в Ростов. Мы от Редов играли турнир. Вот. Особо город не посмотрел. Если да, то понравился тебе город. Поздравляю, 700к. Спасибо за поздравление. Ну, я не посмотрел особо город. Мы приехали конкретно. Я приехал туда на автобусе утром. Сразу приехал на место проведения турнира, отыграл турнир, поехал на автобус и уехал. Так вот получилось. Я помню, 15 тысяч рублей тогда заработал за турнир. Или 10. Что-то за ТВП не так много опыта мастер дает. Нет, это хорошо, хорошо. В принципе, сколько? Три боя же я сыграл, да? Да, три боя только сыграл. Задел хороший. Но расслабляться не надо. Испугался. Я там пролечу или нет? Проскочил в итоге нормально. Гребаный мастер. Как я залил. Как он грамотно сыграл. Надо было откатить и в борт ему дать. Очень круто чел сыграл, я, вернее, но он хорошо сыграл, и я обосрался, скажем так. Так, ладно, пойдем. Че у нас этот, короче, 4 боя, ну, пока идет, пока я укладываюсь, окей, пока укладываюсь. Задел сделал в предыдущем. Все в говне, ребятки, все в говне.
не толкайся. Да, надо охереть, у нас там уже на базе режут. Хороший бой. Блять, отличные бои, но и ты, блять, что за команда вообще, не понимаю. По всем флангам соснули. Просто поехали, чуваки, и сразу сдохли. Хороший бой. Пробить я, кстати, дал маловато, да? Блин, а все правильно делал. Сводился. Но здесь я 9 дал, типа, пока равное количество идет. Ну, в итоге хороший бы получился для меня в плане этого. Да, норм, норм. По пробитиям 74, считай. В этом бою можешь и закончить. Не, ну я с отличием буду добивать сразу. Не вали барабан, ребят, еще бой придется играть. Хороший барабан, да? Пацаны, я вам помог, проверяй. Это ваншотом вот допустил. Так. Все, выполнил с отличием, ребят. Не надо поздравлений. Не надо, не надо. Что в первым делом ЛФ будешь брать? А вот на следующей неделе приступлю к выполнению. И вот что-то надо будет взять. Так, это я с отличием выполнил. Давай. Поехали. Нормально колесника подперли, да? О, давай. Так, ну отлично. Ну, у колесника жопа сгорела капитально. Так. Да, блядь, альфа прошла у него. Сори за мат. Вдруг дети смотрят. Да-да-да. Сори-сори. Короче, у него альфа прошла. Ну, короткий, быстрый бой. Магистр Йода, спасибо тебе большое. Короче, была как-то стримхата давным-давно мы делали. Ну, кстати, вот я тоже думал, когда в Минск перееду, то больше контента, думал стримхаты делать. А потом столкнулся со всеми организационными моментами и понял, сколько всего надо делать. И насколько мне этот формат не зашел и не понравился, что я отказался, да? И там как раз был момент, что играли на консольке. Играли на консольках. И что-то вообще как бы этот... Ну, два боя, что ли, сыграл, что-то такое. Я ни хрена не понял тогда. Вот. Ну, мне единственное, что на консольках мне тяжело вот... На джойстике играть там, если на джойстике играть, действительно, прицеливаться. То есть там в UFC поиграть, ну окей, можно, да.
Там что еще, может быть, какие-нибудь гонки. А вот именно вот моменты, когда с прицеливанием. Вот. Потому что у меня на приставке там малой Fortnite она поигрывает, да? И там, ну, то есть, ему легко он там прицеливается, мне сложно. Поэтому мне что-то не зашло как-то и даже не хочется пробовать, скажем так. Единственное, думаю, если к ним в упор приеду, я их могу там перебить всех? Ну, в теории смогу. Ну, вот, к примеру, я смотри, я сбриваю бата и сбриваю ПТ-шку. И мне надо потом будет убить бата или ПТ-шку, да? Ну чё, ну как вам, ну как вам нападение, ребят? Оценили? Подожди, я КД куда-то помчался. Но мне он не интерес, мне надо СС-шку, короче, убить будет, или ПТ-шку. Самое главное, бабаху не нарваться. Ёпта, а то ты бабах. Нормально, с отличием. Ну типа два ваншота будет, можно залетать. Так, ПТ-шка у нас есть, ребят. Вычислена и убита. Надеюсь, там Е4 нет. Так, у меня два снаряда. Я как этот. Так, ТВП заходит, да? Да, блин, не успел. Ну ладно. Красиво, красиво в итоге. Я как стервятник, да, такой стою, как коршун. Так, когда будешь умирать? Так, надо хотя бы одного еще убить, все. Все. Выполнил, ребят, с отличием. Все, выполнил со 3 боя с отличием. Вообще молодец. Вообще левша красавец. Главное, не, даже не знаю, ЛБЗ выполнил. Как сплинтер. Настоящая максимальная крыса. Причем реально стою, жду, когда их там отпинают. Сегодня 3 ЛБЗ, 3 с отличием вообще за стрим. Прекрасно, прекрасно. Лучше не придумаешь. А, плохо, что такое регулярно выпускает имбу, а потом нерф. Это подстава с их стороны. Нет, это называется бизнес. Почему? Ну, они вводят танк. Его все выкачивают. Тратят время, деньги на свободку и все остальное. Потом он выбивается из общей массы. Если танк не выбивается из общей массы, его не будут трогать. Он выбивается из общей массы, скорее всего, там по проценту побед, еще по каким-то критериям. Его просто чуть-чуть нерфит и, собственно... Он, ну они же в любом случае балансируют танки, чтобы они по проценту побед примерно были. То есть мы возьмем там, смотреть надо не по скиллыкам, да, не у кого там 50, даже 5% побед и выше, а у кого-то смотрит по 48-49, 50%. Скорее всего как-то так. И потом принимает решение. Раз танчик, да, получился жестковато, он выбивается. Нерфим. Все, всем спасибо, всем пока и увидимся завтра, скорее всего, днем на турнире Quorum 2 Киберспорт. И если Quorum 2 Киберспорта днем не будет, то вечером будет другой стрим. Все, всем пока.